Здравствуйте, друзья, это Кузнецов Дмитрий. В этом ролике позвольте вам продемонстрировать, как можно даже надуманными аргументами поставить сотрудника банка в стойло. Главное, уверенный тон, напор и, скажем так, отсутствие компромиссов в ее сторону, либо в его. Грубо говоря, то, чем пользуются они в общении с нами, с должниками точнее, да, с людьми, которые боятся. Вот посмотрите, их же оружием по ним и как они уязвимы. Итак, слушаем. Алло. 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 Да, да. Здравствуйте, Альфа-банк, ведущий специалист Ирина, отдел взыскания. Александр Владимирович, это вы? Да, а вы кто, еще раз? Звонок из Альфа-банка, отдел взыскания. Меня зовут... Ага. Меня зовут Кайзерова Ирина Вячеславовна, ведущий специалист отдела взыскания. Александр Владимирович, у вас имеется задолженность в Альфа-банке по карте 28 дней. Скажите, вы оплату по счету произвели? Нет. Уточните, по какой причине не производите платеж? Все очень максимально банально, отсутствие средств на эти цели. До 5 мая закрывается задолженность в Альфа-банке? Не уверен. Не готов ответить. На текущий момент сумма корректной к оплате составляет в размере 4900, но хочу обратить внимание, что эта сумма действительно только до 4 мая. В ночь с 4 на 5 вам будет начислен очередной штраф за факт выхода на задолженность, то есть дополнительно еще 700 рублей. А в договоре есть решить... у нас такие условия? За факт выхода на задолженность банк начисляет штрафные санкции. В договоре термин «штраф» написано? Александр Владимирович, согласно вашему договору с банком, у вас имеется... Ну, я вопрос штраф, по... 700 рублей. Отчетливо задал вопрос. В договоре... Нам... Вот вы сотрудник банка, еще и ведущий специалист, и вы сейчас утверждаете, что в договоре слово «штраф» написано? Александр Владимирович, да. В договоре комплексного обслуживания с банком четко прописано, если вы являетесь клиентом банка, вышедшим на задолженность, банк начисляет штрафные санкции. Ну, то есть вы у сейчас... утвердительно отвечаете, что в договоре, мне не нужно было вот эту тираду услышать. Вы сейчас утверждаете, что в договоре есть термин штраф. Банк, да, есть. Правильно? Штрафные санкции за да. факт. Есть, есть. То есть вы сейчас скажите под запись разговора, есть там термин штраф, вы меня слышите? Александр, это очень важно сейчас. Ответила на ваш вопрос. Так да или нет? Либо я сам сделаю выводы. Банк да, ожидает да. платеж до 4. То есть в договоре фигурирует термин штраф. В досудебных отношениях эксплуатируется термин штраф. Душа моя, договор да. можно квалифицировать как незаключенным. Понимаете, да? На основании 452 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации договор составлен вопреки действующему законодательству. Штрафовать гражданина Российской Федерации имеет право только судья. Вы понимаете? Если Александр в договоре присутствует термин штраф, как это? Какая тема? Вы сейчас задолженность перед банком может быть только в случае в том, если у гражданина есть договор с банком, не противоречащий действующему законодательству. В нашем с вами случае мы убедились, что договор противоречит действующему законодательству, так как эксплуатируются термины, не соответствующие тому самому законодательству. Если у вас... Вы сейчас это признали, что в договоре есть термин штраф. Никто, кроме судьи, не мог. Я сейчас вам открываю все карты. Да. После вас. Монолог. В таком случае... А смысл мне с вами диалог вести? Вы теперь никто. И вы, как сотрудник банка, подчеркнули эту ничтожность в отношении меня. Вот сами берите и платите. Больше ни копейки не поступит от меня, потому что договор заключен вопреки... Да вы себе выдумываете все, что хотите там у себя. Выдумщики. Банки продолжатся, ожидаем ваш платеж. Ну, ожидайте. Я вам от души желаю не скучать в этом ожидании. Потому что ожидать придется долго, если не всегда. Друзья, ну тут, конечно, стоит прокомментировать. Конечно,
я здесь перегнул палку, что называется, начислять и не могут. Штрафовать, да, гражданина имеет право только судья, либо на основании судебного постановления. Ни в коем случае никто не имеет права, ни работодатель вас оштрафовать и так далее. То есть существуют просто элементарно обходные термины. Пеня там и все остальное. То есть когда вы слышите, что там платите штраф ЖКХ, это неправильно. Вы платите пени по неустойке и так далее и тому подобное. А то же самое с кредитными отношениями. То есть штраф может существовать на бумаге, но он недееспособен, пока судья не поставит свою резолюцию на простом человеческом языке. Но здесь суть не в придирках и не как в таковых терминах, и даже не в законах, а в том, что я здесь продемонстрировал, как можно совершенно легко и просто, ну уж давайте своими словами, так своими словами, перетянуть одеяло на себя в беседе. И совершенно не страшно. Она, поверьте, не очень хорошо себя чувствует после этого диалога. Дело в том, что у них, конечно, выработан стойкий иммунитет к подобного рода высказываниям, но чем меньше для них таких высказываний, тем им комфортнее живется и работается. Вот. Ну, я вот, собственно, призываю вот этот процент вот таких вот неприятных для них диалогов увеличивать. То есть подписывайтесь на наш канал, слушайте, учитесь, кто недопонимает, кто хочет утвердиться в своей позиции, посмотрите видео на нашем сайте, ссылочка на сайт в описании этого ролика есть, и вам все будет понятно. Ну, во всяком случае, в том объеме информации, который достаточно для нормального, обычного, в меру сообразительного человека. То есть там представлена презентация работы кредитных юристов компании «Алиам». Поверьте, послушав это, вы поймете, почему вот так все можно сделать. Ну и также эта информация на нашем сайте полезна для тех, кто хочет в законном порядке все свои вопросы закрыть. Именно этим и занимается компания «Алиам», помогает людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Само собой, мало одной только подписки на канал Дмитрия Кузнецова, нужно еще действовать, нужно в документальном плане все свои вопросы, как говорится, прикрыть и обозначить свою гражданскую позицию и жить спокойно. И это, поверьте, можно, несмотря на то, что вам, может быть, в последнее время рассказывали банкиры. Во всех этих сказках очень-очень мало правды. Ее там практически нет. Я имею в виду те россказни, которые вы слышали в последнее время по телефону. Ну, а я вам желаю счастья, здоровья. Подписывайтесь на наш канал, как я уже говорил. Ставьте лайки. Ну и репост в соцсетях. С вами был Кузнецов Дмитрий. До свидания.